Выросла с этого года еще одна выплата. Ее получают те, кому для других не жалко даже собственной крови. Почетные доноры России и Советского Союза. Их в регионе более 6 тысяч. В 2014-м доноры со стажем получили ежегодную выплату в размере 11 728 рублей. А с 1 января произошла индексация. Размер ежегодной денежной выплаты в 2015 году составит 12 373 рубля. В Курской области на данные средства предусмотрено более 76 миллионов рублей. Выплата будет осуществлена в первом квартале 2015 года. Деньги выделяются из федерального бюджета. Кстати, напомню, что нагрудный знак почетного донора могут получить те, кто бесплатно сдавал кровь или ее компоненты не менее 40, а плазму не менее 60 раз.